За буйки не заплывать, пьяным в воду не нырять. Простые правила безопасности, которые могут сохранить жизни. Согласно статистике регионального МЧС, летом происходит больше всего несчастных случаев гибели людей на воде. С начала сезона уже произошло более 30 происшествий. На пляжах Самарской области погибли 25 человек, трое из них – дети. На пляж выбираюсь редко, но соблюдаю. Не пью, за буйки не заплываю. Когда я прихожу на пляж, я не отхожу от дедушки. Когда он стоит и наблюдает за мной, я иду купаться. Не разрешаю далеко отходить от воды и стараюсь находиться с детьми в воде, пока они там. Ну и, конечно, солнцезащитные средства, головные уборы, крема. Часто трагедией оборачивается купание в запрещенных местах. Один из таких случаев произошел в начале июня. Группа подростков отдыхали в опасном месте на пляже в поселке Красная Глинка. Там уже случались смертельные происшествия. Поэтому городские службы повесили табличку, что купаться запрещено. Ребята это не остановило. В результате один из подростков погиб. Должны соблюдать все правила. Правила пользования пляжами, правила пользования водными объектами, правила безопасности. Все они это должны соблюдать. Для того, чтобы снизить число трагедий на воде, в том числе во время пляжного отдыха, в Самарской области планируют постепенно увеличивать число обустроенных пляжей со спасателями. Мария Ильчан, Василий Колдашов. События.